Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить игру под названием Resident Evil 7. Итак, в конце предыдущей серии мы с вами нашли ключ с вороной. Но, понятное дело, инвентарь у меня был полностью забит. И между серией я сбегал, выложил ненужные вещи, и теперь мы можем взять этот ключ. Итак, насколько я помню, в этом старом доме имеется одна дверь. А то и две. Надо на карту посмотреть, кстати, давайте проверим. По-моему, одна дверь где-то здесь должна быть. Ой, это долго искать, короче, погнали. Тут старая клуша ходит по дому, надо быть аккуратнее. Она туда прошла, да? А мы пока что сюда пойдем. Не, я отчетливо помню, что здесь одна дверь была, которая требует именно вот этот ключ. По-моему, вон там. Ну-ка проверим. Не показалось ли, бабка за мной идет? Ты там, бабуль, не дури. Ну да, как я и сказал, вот она, эта дверь. Тихо! Я тебе велел убираться! Да хорош, старая гриппозная бабка! Сука, мы сейчас провалимся, держись, дурень! Да беги, что ж ты лежишь, как, блядь, с утра! О-о-о, мне хана. И чё теперь? Бабуля, не дури. На тебе в голову. Как тебе нравится? На еще разок. Чего, блядь? Не надо тут мне насекомых на меня натравлять. Не надо, не надо. Бабуля, одумайся. Я не хочу видеть всяких вот этих мошек, букашек, блядь. Это огнемет нужен. Да бабуль, хорош! Не смешно! Да на тебе в голову, дура старая! Хорош призывать, сдохни уже, а! Сколько тебе надо вообще стрелять? Да хватит, откуда ты взялся? У тебя уже ебла нету, как ты еще живешь? Так, ладно, пока она лежит, можно убить вот этих мух. Прости, господи. Ну? Не на меня, старая, ты чё? Мой свет! Добей ее, дурак! Ай, что это за говно? Вылази быстрее. Там какая-то дресня поплыла, что это за фигня? Жесть. Ну, она мне, конечно, напугала, эта бабка. Резко просто вынырнула из угла. Чё, она вот тут стояла, поджидала меня, что ли? Ох, жесть. Ладно, используем ключ. Это, получается, проход на второй этаж. Насколько я понимаю. Воу, сколько тут кукол. Это, похоже, тот самый алтарь. Вот у нас задание говорится. Осмотрите алтарь на втором этаже. О, велик, не хочешь покататься? Так, ну алтарь подождет, давайте осмотримся. Внимательно. Бита, возьми! Это ж круто! Мне кажется, бабка ни хрена не сдохла. Чего? Какое-то сообщение мне прислали. Потому что это было бы, ну, очень легко как-то. Это еще что за пиздюк? Это что? Зародыш этой бабки, что ли? Что это за фигня? Касательно сыворотки серии. Следующие предметы позволяют синтезировать сыворотку. Серия D – черепной нерв, серия D – также периферический нерв. Кажется, все. А, это... Мы тут узнали ингредиенты, с помощью которых мы можем сделать сыворотку. Кто там? Зойка, что ли, опять звонит? Ну как, ты нашел сыворотку? Я разобрался с твоей мамашей и ее гребаными букашками. Что ж ты не предупредила? Ну прости. Так как насчет сыворотки? Не нашел, но я выяснил, как ее сделать. Голова и рука серии D. Ерунда какая-то.
Голова? Голова у меня где-то здесь была. Правда? А вот насчет руки не знаю. Ты весь дом обыскал? Нет, не успел, второй этаж остался. Ладно, проверь. Если найдешь руку, приходи к автоприцепу. Ну ладно, меня там Зойка, что ли, будет ждать? Ни хрена себе. Возможно, кстати, она наоборот. Плохая баба и в итоге нас убьет, когда мы ее встретим. Вполне возможно, кстати. Что это за кукла? Топливо для горелки, кстати, давайте подзарядим. Это еще что? Что это за скунс? А что это такое? Бабка тут помимо насекомых каких-то скунсов разводила. Давай перезарядим. О, пианинка. Это что? Ух, ни хрена себе. 11 октября. У меня весь день звенит в ушах. Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, эта девочка странная. И женщина, которая с ней пришла тоже. 15 октября. Мне чудится и слышится всякое, и меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сделали рентген. Что со мной происходит? 23 октября. Девочка мне кое-что подарила. И уже непонятно, какое число. Скорее всего, конец октября. Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Это рука. Признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет испортить ее счастье, то я его просто убью. Ну как? На пианино можешь сыграть? Так, ну вроде тут больше ничего и нету, да? Ладно. Погнали. Какая-то девочка, значит. Что это было? Кто-то здесь летает? А, это от лампы. Такое. Оттенок падает, понятно. Древняя монета. Пригодится. Мусорки, ничего. И чё это за прикол? А, ну сюда нужно что-то в противовес. Похоже, весы и дверь соединены между собой. Угу, дверь закрыта. Я понял, нужна бабкина лампа. О, рожа на полбу. Нужна бабкина лампа по-любому. И тогда будет наравне, и дверь откроется. А как я лампу достану? Бабка ведь в этой дресне утонула. Что-то непонятно. На кой хрен тогда я сюда пришел? Ну-ка, открой дверь. Это что за звук? Ладно, ты жива, что ли? Карга старая, как так? Лампа. Да ты угораешь! А какого хрена у нее такие длинные руки? Вы это видели? Бабуля. О, это уже не бабуля явно. Она превратилась в какое-то чудовище. Хрена себе, это что-то новенькое. Она похожа на какого-то паука. Давай, кстати, наверное, используем зелье. Мне заколебали вот эти капли. Не зелье, а... Ну, вы поняли. Фу, блин, а это корни. Такие червяки, она... Это из нее, что ли, такие червяки выползают? Да, была нормальная бабка, стала просто каким-то монстром. Нам еще по-любому предстоит с ней сразиться. Потому что вот этот бой был, ну, слишком легкий. Она стоит на месте, ей стреляй, да стреляй в голову, да и все. Кто орёт? Бабка, что ли, там разоралась? Ведь теперь опасно передвигаться, вдруг она резко прям вынырнет на меня. Подожди, а где это я? Дом какой-то. Подождите с домом. Хотя, давайте осмотрим его. Тут подъем на второй этаж. Ценная фотография. Ну-ка. Осмотреть. А я знаю, где это. Это, по-моему, в трейлере.
Тут спрятано кое-что интересное, найди, если сможешь. Ну, насколько я помню, в трейлере был унитаз, и как раз я обратил внимание, то, что слева от унитаза там было много окурков. Заперто с другой стороны. А, то есть можно только со второго этажа зайти в этот дом. Нет, все-таки давайте пойдем в эту сторону, потому что, мне кажется, если я зайду в этот дом, я потом не выйду оттуда. А мне нужно сохранение. Ой, что это такое? Сильный эпоксид, пригодится. А, так вот он, наш трейлер. Охренеть. Давай-давай, открывай. Тут без изменений, надеюсь, все. Вроде никого нет. О, погоди-ка. Недостаточно места. Ну ладно, хрен с ним. Потом заберем этот эпоксид. Так, по идее, что-то тут должно быть. А, ну патроны. Для вот этого мощного пистолета, который нужно купить. Давайте выложим эту фотографию. Монету. Сильный эпоксид. Мне он нахрен не нужен. Ключ с вороной я пока что не могу выкинуть. Ну, то есть выложить, правильно сказать. Потому что, насколько я помню, вот в этом доме, в котором мы изначально были, там... там есть вот эти двери с вороной. Ну тогда берем, что у нас тут, патроны, выкладываем их. Все равно у меня этого пистолета пока что нету. И погнали. А, я же не сохранился. Ну ладно, сейчас мы возьмем вот эпоксид. Опа, здорово, башка. Да разбей ты! Отлично. Сейчас мы, кстати, сделаем патрон, наверное. Во. И сохраним игру. Отлично. И теперь сходим в этот дом вновь. Не хочется, конечно, возвращаться в него, но я помню, тут были вот эти двери с воронами. Я уже думал, дверь кто-то заблокировал, не смогу зайти. О нет, все нормально. Так, а вот теперь надо вспомнить. По-моему, где-то там была дверь. Ну-ка, давай попробуем тут пройти. Я надеюсь, бабка не в этом доме сейчас находится. Просто, ну, как-то не хотелось бы ее здесь увидеть. О, олень, здорово. Как поживаешь? Ну да, вот, дверь с вороны. Использовать ключ. А что это вообще? Ну-ка. Запасы? Ого, это что это такое? Гранатомет. Воу, ну гранатомет я, наверное, выложу. Его нужно использовать исключительно на боссах. Так, патроны, зажигательные боеприпасы. Это как раз для гранатомета. Порох, недостаточно мест. Так. А я и не могу ничего выложить. Ну ладно. Хрен с ним, с этим порохом. Да, к сожалению, ничего выложить не могу. Надо запомнить, что здесь есть порох. В общем, возвращаемся тогда в трейлер. А, не, подождите, надо проверить. Тут на втором этаже ключ... со змеей требуется, да? Ну, вроде как все. Больше нигде нету. Хотя, возможно, в том доме есть двери с воронами.
Но, наверное, все-таки я выложу этот ключ. Кто-то в доме ходит. Я прям слышу, кто-то там двери открывает. Да мне насрать, ну его нафиг. Давай, 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 бегом в трейлер. Чё ты как в штаны насрал ходишь? Все, выкладываем. Ключ, это раз. Это два. Это тоже выкладываем. Ну и в принципе все. А, не, подожди. Ну-ка. Сортировать. Не, ладно, все. Сохраняем еще раз игру. И погнали. Еще один дом какой-то непонятный. Сколько тут домов? Вот это я, насколько понимаю, основной дом их. Там какие-то сараи, дома у них еще. Тут прям много всего. Перезаряди. Кстати, надо было перезарядить, и тогда, скорее всего, место было бы для пороха. Ё-моё, я не догадался что-то. Ну да ладно. А что это такое? Фу, блин. То есть бабка в этом доме, что ли? Вот эти личинки ведь ведут сюда. Да ты угораешь, бабуль. Похоже, сейчас будет битва с ней. По-моему, ей плохо, она блюет. Я туда не хочу идти. И двери закрыли, да? А, не, могу выйти, слава богу. Я уже думал, все, не выйду. Так, травы. Травы, это хорошо. Надо бы зелье сделать. Твердое топливо. Угу. Это хорошо тоже. Разделитель, который мне нахрен не нужен. Отмычки. Отмычки у меня нету. Не, конечно, может быть, где-то она здесь спрятана. Надо повнимательнее посмотреть. Она по-любому вниз спускаться. Больше некуда идти. Сука, я так не хочу идти вниз, но придется. К этой бабке. Вот где она? Где эта клуша старая? Любительница насекомых, блин. За этой дверью пауки. Поэтому я и открыть не могу. Охрень, тут весь дом разваливается. О, понаплела, мать, а. Пройти дальше мешают ворота. Ну, не только ворота. Вот это говно еще, которое она наплела тут. Она там, что ли? Чё ты трогаешь? Проверь. А, он не может туда залезть почему-то. Ну, ладно. Нет, так нет. Гильзы для дробовика. Тут эти шкафчики открыть я, к сожалению, не могу. А жаль. Подъем на второй этаж. Прям что-то много проходов. Заперто с другой стороны. Весело. Психостимуляторы. Кстати, надо будет использовать. Потому что здесь прям повсюду заросли. По-любому тут очень много спрятано вещей. И психостимулятор нам поможет найти их. Так, пауки. Ну-ка, давай сожгем их. Гильза для дробовика, сильный эпоксид. Угу. Я слышу бабку где-то. Так, ну тут не вижу смысла тратить огнемет. Вообще, какой толк? Ладно, погнали на второй этаж. Бляха-муха, бабуля! Попался, можешь не беспокоиться. Стреляй же ты ей в голову. Иди в задницу, длиннорукая кобыла. Выросла ты как, а? Ёб вашу мать. А я ухожу из дома, до свидания. А как я выйду? Я уже не выйду.
Берегись! Диана. Ебать, ты здоровая. У тебя между ног какое-то говно, ты в курсе? Мне кажется, туда и нужно стрелять. Ну тебе в щи прям как, а? О, бля, она разозлилась. Ой, сейчас прыгнет, походу, да? Ну конечно, это предсказуемо было, мать! Да вставай же, ты что-то ее нюхаешь, жопу! На тебе в твою жопень! На еще! Сколько ты угораешь! Давай, перезаряжай. Блин, у меня зелья не хватит. А не, в принципе... Чё она там рожает, что ли? Чё она орёт? А в натуре по звукам... Фу, она... Она что-то рожает, походу. Ой, блядь! Ёбаные мухи! Да попади же ты, а! Ну, сука! Как секу тебе сейчас отвечаю! Ой, блядь, бабка, иди в жопу. Гори, гори ясно, чтобы не погасла баба-лётчик, бабулётчик, я упал вниз. Гори, жопа! Жопу сгори! Сука, у тебя какое-то говно между ног, тебе надо сжечь это. Ебать, тут проходов. Топливо. Топливо это хорошо. Чё она орёт, я не пойму. Мать, ты чё орёшь, скажи мне. В натуре рожаешь, что ли? Ты хорош, мне не рожай. Где она? Блять. Грёбаные мошки, букашки, блин. Где она? Говна, что ли, объелась? Иди в жопу. Слышь, ты беременная. Блядь, сзади. Ебать. Сука. Ты говна, что ли, объелась? Тихо! Да гори же ты, сука! Бляха, муха, где она? Блять, ёбаные мошки! Да попади же ты, а! Попал. Где она? Чё по здоровью? Пофиг, ладно, жить будет пока. Надеюсь. Где ты, сука? Ой, блядь. Пиздец. А эту дверь нельзя открыть, потому что там пауки. Я сам себе, блядь, и строил пиздец полный. Сожги это! Да беги же ты, говно, кусок! Ебать! Чё это за хрень такая? Чё за фигня? Чё так сложно? Да стреляй же ты! Сука, она сейчас прыгнет! Сдохни! Все? Не, нихуя не все. Беги. Не уйдешь! Уйду. Ч
еще как уйду, бабуль? Ты с ума сошла? Ой, бля, она понаплодила тут свои личинки, сука! Бабуль, это нужно уничтожать! Иначе все плохо. Ебать! Да беги же ты, сука! Как же это сложно-то, блядь? На тебе, жопень! Беги! Да сдохни ты уже, блин, а! Ой, сука, беги, беги, она сейчас прыгать будет, походу, на меня. Блин, надо осмотреться, здесь есть вообще еще аптечки? Топливо, патроны. Может, внизу, конечно. И где эта старая корга? Сука, притихла. Не к добру. Вон она. Блядь. Да ёбаный, блядь. Грёбаные мошки. Но она относительно медленная, когда она на двух ногах ходит. Все, уничтожил, отлично. Бляха, муха! Нет, не умри, пожалуйста! А какой-то мухи хочешь умереть? Ой, бля, пиздец, все. Прыгай вниз, пофиг. Мне нужно зелье. Эпоксид. У меня трава есть? Есть. Используй. Нет! Ну в смысле? Я уже использовать хотел! Сука. И заново! Ой. Вот это обидно! Просто обидно! Капец как! Блин, ну я чуть-чуть оставалась ведь, скорее всего. Хотя, ну блин, живучая, капец как! Пенсионеры и то... Уничтожить было намного легче. Я не совсем понял, куда нужно стрелять. То ли в голову ей надо стрелять, то ли в промежность вот эту вот между ног, которая у нее дресня. Ну, бля. Вот просто не хватило секунды мне. И все бы было бы. Так, гильза для дробовика, сильный эпоксид. Не, на этих пауков все равно я тратить не буду. Глупо. Очень даже глупо. И что, она опять отсюда вылезет, да? Пойдем-ка со мной, надо уладить дело. Не, бабуль. Не сегодня. Короче, ну-ка сразу давай вот тут используем огнемет. Трава. Твердое топливо. Нужно сразу вот это все собрать, я считаю. Так будет гораздо проще. Вот она, блядь. На тебе в щи, сука. Ой, беги, 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 беги. Ой, да ты так будешь лет 10 идти. На тебе в твою промежность. В твою пиздятину эту непонятную.
Ой, сейчас прыгнет. Беги! Итан, беги, прошу, не тупи. Ой, она готовится, чтобы в это прыгнуть. Она спустилась. На тебе в жопень. Сука, ушла. Куда ушла, хрен его знает. Так, берем патроны. Топливо. Где она? Рожает, сука. Где? Нужно предотвратить это. Сука, хорош рожать, блядь! Гори, старая пиздятина. Ой, сейчас прыгнет. Беги! Мы успели, кстати, предотвратить. Она хотела тут нарожать своих букашек, таракашек, но не успела. Где она? Я не пойму, где она? Где-то угорает, а не пойму где. Клуша, ты где? Не уйдешь. Уйду. Как уйду? Она со мной что ли идет? Точно. Сука, живучая. Ой, как хорошо в промежность, да? Чё задергалась? Чё за бегал? О, блядь, не, уходим. Когда она навек залазит, это вообще нужно убегать. По-моему, уклониться нереально, когда она наверху. Да ёп. Я упал вниз. Где это я вообще? Топливо. Вон она. На тебе в щи. Притаилась овца старая. Топливо. Тут топлива прям очень много. Вы открыли эту дверь. Отлично. Где-то ходит. Да ёп, беги же, что ж ты так долго думаешь, Итан? На, сука. О-о-о, не-не-не-не, мать. С тобой я не хочу дело иметь, когда ты ползаешь. Рожает. Сука, началось. Где? Ну, я успел, 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 слышу. Успела родить. А, я понял, где, закрой дверь. Ёпт вашу мать. Хуль ты закрываешься-то, ёптвую! Сука, опять где-то роды. Слышь ты, роженица! Ох, нихуя. Оооо, давай, гори, говно! Да гори же ты, сука, старая! Блять. Как что заколебал, а? Опять! Где-то внизу. Давай, милая, на тебе в голову. Беги!
Чё она орёт? Иди сюда, дура! А не, беги, беги. Беги! Давай! Все, мать, до свидания, я ухожу. Сука, ты старая, ты когда ты сдохнешь? Я тебе уже сколько выстрелил? Давай, херачь её, пока она лежит. Ну ёб вашу... Блин, беги. Она сейчас прыгать будет. Меняй патроны. Меняй патроны, говорю! Спасения нет, городской мальчик. Блять. Вставай! Спасение всегда есть, мать. Вот сука. Попался! Да ёб вашу мать! Все? Больше, мать твою, не возвращайся. Охренеть, это жесть. Это жестокий босс, очень прям жестокий. Просто пенсионер нервно курит в сторонке по сложности. Бабка вообще какая-то бешеная. Возможно, и с первого раза мы бы ее победили. Но вот просто секунды мне не хватило использовать зелье. А что с ней выпало? А, фонарь. Бабуль, я заберу у тебя фонарь. Мне кажется, она все не вернется. Гляньте тут. Куски бы эти еще раскидать подальше, чтобы она не восстановилась, не... Ну, поняли, в общем. Так, используем, короче, эту фигню. Проверим, где здесь вообще вещи. Патроны. О, тут прям очень много вещей, смотрю. Так. Эпоксид. Ящики. Топливо. Охренеть, тут столько топлива. Трава. Недостаточно мест. Так. Тогда мы сейчас, знаешь, как сделаем? Зелье. И вот еще зелье возьмем. Отлично. Все, что ли? А, нет, еще показывают, где находятся вещи. Отлично. Охренеть, у меня места недостаточно. Столько эпоксидов. Офигеть. Так, может что-нибудь выкинуть? Да и ничего не выкинешь. Тут прям очень много вещей. Два эпоксида осталось. Ну и вроде как все. Так, ну если что, я сюда вернусь ради вот этих двух эпоксидов. А так валим отсюда. Мы сюда пришли ради фонаря. Как-никак. Так, стоп, где выход? А в натуре... Охренеть. Я хотел сказать, а в натуре как выбраться отсюда? И вот. Открылся проход. Топливо для горелки. У нас топливо прям жопой жуй. Ну-ка, возьми. Охренеть. Давай, открывай двери. На второй раз как-то уже было попроще драться. Потому что я уже понял азы этой бабули. То есть, как она себя действует. Но все равно пару ударов я вот, блин, пропустил. Но ничего страшного, я считаю. Все равно сразились мы неплохо. Так. Ну, первым делом мы сохранимся. Первым делом. Так, тут эпоксид я взял еще давно. Фух. Выложим вещи ненужные.
Охренеть, сколько у меня тут всякого дерьма. Сильный эпоксид выложить. Травы выложить. У меня, кстати, тут этих трав уже 10 штук. Кошмар какой-то. Ну, твердое топливо. Да выложу пока что. Если что, в любой момент возьму. Сохраняем игру. Я прям вспотел, ребятки. Жесть. И все-таки я сейчас вернусь в этот дом и возьму эпоксид. Потому что, уж извините, я потом забуду про него. Лучше сейчас его забрать. И после этого мы спустимся вниз. Нам нужно вернуться в тот дом. Поставить этот фонарь в противовес. Так, подожди. Ну ладно, и тут можно пройти, пофиг. Хоть я и неправильно пошел, ну да ладно. Так, эпоксид у нас был, если я ничего не путаю, на первом этаже, да? Возможно, еще я что-то пропустил. Вот он, раз эпоксид. Два. Ну ладно, даже если здесь что-то есть, хрен с ним. Сейчас не буду прямо тратить на это время, каждый уголок обыскивать. Да и тем более... Вроде как все забрали. Если, конечно, вот эти таблетки нас не обманывали, то все вроде. Ну что, получается, пенсионера мы убили, бабку убили. Остался сынок Лукас. А, еще этот, блин, еще шериф. Они же воскрешали шерифа. Вполне возможно, еще будет с шерифом. Но бабка пока что самая сложная, вот это жесть. Вроде, с одной стороны, в некоторых моментах она легкая, когда вот она идет на своих двух ногах. Но когда она вот, блин, ползает как паук, это вообще unreal. Так. Что это за звук был? Кто тут на пианино играет? Никого. Подарок мне оставил. А, это кепка. Кто-то тут балуется ходит. Это бабка, наверное, вот это на инвалидном кресле тут катается, на пианинке играет. По-любому. Итак, используем фонарь. Ну и можем пройти дальше. Вау. Это что за место? Типа детская комната. Фонарик, ты что моргаешь? Вот, честно говоря, я не люблю в хоррорах все, что связано с детьми. Это очень отвратительно и жутко. Крокодильчик Гена. Так, письма эти прочитать, к сожалению, я не могу. Чё, кто упал? Чё за звук? Не, я туда не пойду. Там кто-то мячиком бросается. С какого хрена? Это чё? А, это открыть нельзя. Статуи какие-то, игрушки повсюду. Охренеть, а чё тут так много кроссовок? Тут что, сборная России, что ли, жила когда-то? Реально, что так много? Велосипеды повсюду. Медведь, что-то ты мне не нравишься. Кресло качается, это как-то не к добру. О, вот кто ж столько кукол хранил. Ну, корабль разбился. Насколько я понимаю. Медведь как медведь вроде. Че, он блеванул? Твою мать, вы только не говорите, что он будет боссом, блин. Типа, медведь живой на самом деле.
Как из фильма «Третий лишний», блин. Так, что тут ходов прям много. О, нет! Опять это говно черное! Опять эти соседи! Гастарбайтеры вот эти вот черные, блин. Кто, сука, кидается игрушками, я не пойму. Что происходит? С ней что-то не так. С кем? С кем имеется в виду это? О, как? Кто-то дверь закрыл с той стороны. О, я чувствую, сейчас мы подобосрёмся. Рожа какая-то ненормальная. Тихо, фонарик, ты чё моргаешь? Чё за херня? Держись от меня подальше. Кто это, блядь? Ну, по голосу это какая-то девочка. А чё такая из люка-то, а? Давай вон в мяч поиграем. О, чё-то не к добру всё это. Кровать. Видимо, тут и девочка это спит, видимо. Какое-то письмо. Кругом помечено. Кровать. Где-то тут. А, ну вот, смотрите, секретный проход какой-то. Блять, мне все время кажется, что кто-то за мной идет. Ты еще кто? Ты кто такой? Рука серии D. Фу, и ты эту руку будешь брать? Ты погляди на его лицо. Просто уродец какой-то, непонятный. Ну давай, чё. Фу, блин. О боже, наверное, это она. И не дай бог, сейчас он задергается. Слышь? Не дергайся, иначе я твои три волосины повыдергиваю на голове. Там девочка. Так. Похоже, сейчас будет битва с ней, да? Вообще замечательно. Куда? Ты убежал? Ни хрена себе! Это за несколько секунд она здесь все стены расписала, что ли? Что происходит? Ты сиди там, блядь. Ой, по звукам жесть полная происходит. Блядь! Ай, сука! Придется пить зелье. Да, зелье, я уже привык. Так что извиняйте. Да сдохни ты уже, а? Хотя... До свидания. Закрой дверь. Он ведь не умеет двери открывать. Только, конечно, зря я потратил на нее патроны. Так-то. Да сколько вас тут? Блять. Короче, давай, братан, я как-нибудь тебя здесь закрою, а? А, сука. Обнимашки. На-на-на-на-на. Сука. Хорош жрать меня, мразь. Блять. Он сейчас сожрет меня, чувствую. Давай, побежали. Беги. Фу, суки. Блин, пытался уклониться от него, не получилось, блин. Не получилось. Закрой дверь. Так, что со здоровьем? Блин, со здоровьем все плохо. Я бы даже сказал, очень плохо. Так, возьми-ка дробаш, наверное, он помощнее будет. Ой, блядь, закрой дверь. Идите в жопу, просто идите в жопу. Бабуль, ты тут? Не, бабульки тут нету.
Давай. Кто там еще, блядь? Да! Ну как, нашел? Да, нашел. Мы правда сможем изготовить из этой штуки сыворотку? Не волнуйся. Как изготовим сыворотку, выберемся отсюда вместе. Буду ждать тебя в автоприцепе. Жестко, очень жестко. Я уже думал, что не встречу этих черных мудаков. Но нет, я вновь с ними встретился. Какого хрена ты упал? Итан. Ты дурак, вот скажи честно. Давай вот теперь не упади, пожалуйста. Еле-еле иду, не бегу. Вот все, теперь можно бежать. Так, возвращаемся в трейлер. Нас там ждет Зойка. Чего, блядь? Куклы, вы не дурите. Но есть у меня такое предположение, что она хреновая баба. То есть она не за нас. Она специально хочет меня подставить и убить. Вот сейчас мы узнаем. Блин, пока вроде здесь без изменений. Какие блошки летают. Так ее тут нету. Черт возьми, где же ты? Ладно, забудь. Остается найти голову, и дело сделано. Это средство точно поможет Мии. Эй, дружище, я подумал, надо тебе сообщить. Я решил, что Зое нужна передышка. Она и Мия здесь со мной. Они друг друга развлекают. Отпусти их, ну зачем они тебе нужны? Это дело семейное, Итан, и оно тебя не касается, ясно? В общем, если нужна голова, приходи ко мне в любое время. Я ее тебе отдам. Но только если примешь участие в небольшом мероприятии, которое я организовал специально для тебя. Какое мероприятие? Знаю, тебе не терпится, но ты не волнуйся. Спешить некуда. Первонаперво мне надо, друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. Пошел ты! Ну не надо, не веди себя так. Ты ведь не прочь немного поразвлечься, да? В общем, загляни в холодильник. Сука, Лукас. И что в холодильнике? Какая-то ловушка? Это голова шерифа? И он монстром уже ведь стал. Письмо. Легава ждет тебя в секционную... В подвале, сука. Охренеть, не в подвал идти опять. Так, ну... Надо бы для начала выложить вещи все ненужные. Рука. Нахрен. Не нужна. Так, вот травы я возьму. Сделаем сейчас аптечки, пожалуй. Ну и в принципе все, да? Две аптечки, сойдет. Сохраняем игру. Ну и погнали в подвал. Куда деваться? У нас выхода нет. Так, а что у нас по патронам вообще там? Дробовик 17. В принципе нормально, жить будем. Твою налево. Это сейчас что, мне еще драться с этим, что ли? С легавым? Да ты гора... Ага, подвал там был. Никуда деваться? Придется. Ну, блин, здесь темно. Ну, хоть молодец, фонарик включил. Сейчас они повылазят опять, да? А
Они меня уже заколебали, вот эти черные говнюки. Так, ну по-моему, я правильно иду. А, даже автосохранение прошло. Ну все. Приплыли, блин. Бабуля, ты что здесь делаешь? Как ты сюда приехала? Бабуль! Ты меня слышишь, бабуль? Больная ты, бабуль. Я тебе серьезно говорю. Не к добру. Вот по-любому она будет финальным боссом. Да, он сбежал. Зашибись. Что это за звуки? Ну, зашибись. Блядь. Чё его, блядь? Это что еще за тварь, блядь? Это типа новый вид монстра, что ли? Он тоже вот в этом черном дерьме, только он какой-то шустрый по сравнению с теми, которые на двух ногах ходят. В разы шустрые. Ну-ка. А, вот он, его труп. Охренеть. Какой-то снотворный сладковатый запах. Тело уже начало разлагаться. Офигеть, что он написал? Докажи, что ты настоящий мужик, сунь руку в глотку этой свиньи. О, нет! Похоже, наступило трудное окончание, его суставы уже застыли. В смысле, я должен руку засунуть? Охренеть, фу! У нас выхода нет. Сунь руку. Уф, это я представляю, это жесть! Охренеть. Прости, дружище. И чё там он спрятал? Ключ со змеёй. Так, я помню, где требовался ключ со змеёй. Эта штучка поможет тебе найти две карточки ключа. Пропуск на вечеринку, где мы тебя ждем. Пропуск надо заслужить, Итан. Сука, Лукас, я тебя убью, отвечаю. О, не-не-не. Бежим в другую сторону. До свидания. До свидули. Потому что вот тут ключ змеёй нужен. Да открой же ты. Да открывай быстрее. Закрой. Закрой же ты. До свидули. Ох. Неужели мы сбежали, слава богу. Или все равно они сейчас со мной будут гнаться? Да по-любому все равно будут гнаться. Че, будет он спрыгивать? Они потому что отсюда спрыгивали, я помню. Сука! Кто там стучит? Бежим. Просто бежим. Где выход? Блять! Сука! Пиздели! Блять, мразь! Прыгучая мразь, блин, а! Вот в него сложно попасть, он очень подвижный. Охренеть, а чё я такой убитый-то? Чё он так много урона наносит? Я аж хромаю, бедный. Ну чё, придётся опять зелье пить. Офигеть. Ну и вот тут можно сохраниться. Хоть что-то приятное. Ну что, тогда вот тут и с вами закончим на этом серию. В следующей серии мы откроем еще несколько дверей. Со змеей, по-моему, тут они есть в этом доме. Пока я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем удачи, всем пока!